Опытный воин обучает молодого. Как оно было на самом деле, сегодня можно лишь догадываться по рисункам на тех же амфорах. В отличие от ритуалов или элементов быта, технологии можно восстановить с куда большей точностью. Такие жернова в местах греческих поселений находили достаточно часто. Актрисе Марине Яковлевой поясняют, что крутили их женщины. А вы знаете, очень приятно. Это не так просто, но это очень приятно и радостно создавать вот из одного состояния в другое. Муку. Участники и гости фестиваля «Киношок» идут по улице Древней Гаргипии. Она сделана по древнеримским правилам. В качестве покрытия использовали битую керамику. На раскопанном участке фундаменты 16 домов. В них жил средний класс того времени. На Черноморском побережье климат более суровый, чем в самой Греции. Ткать шерстяные вещи было необходимостью. Станок восстановили по древним рисункам. Кроме того, сама технология не менялась тысячи лет. И еще у бабушки Светланы Асафьевой был похожий. Она работает в музее экономистом, но здесь не бывает просто сотрудников. Приятно, конечно, зайти в музей, увидеть станочек, сесть, что-то как-то вот продеть ниточку, подкать. Это даже очень даже любопытно, интересно, вернуться в те времена. Отдельная остановка у агонистического каталога с именами победителей гермейских игр, которые посвящались богу Гермесу или в древнеримской мифологии Меркурию. Возможно, увиденное вдохновит режиссеров и сценаристов. Похожие примеры уже есть. Не так давно писатели из Москвы, побывав здесь, придумали и рассказали историю о приключениях мальчика, который жил в древнем городе.